Всем доброго времени, всем леща. Ну как леща, немного решили разбавить рыбалку небольшой рубрикой. Мы ходим иногда копать. Бывает, когда копаем чермет. Ну, в основном я люблю ходить по всякие там монетки, по советам, ну и там то прочее. Металлоискатель у меня, конечно, старенький. Тот Гаррет. Аська 250-я. Старенькая, туда же еще обозначения все на английском. Вот. Ну, зато это оригинальные. Аська. Вышел я сегодня вот в такое место. Тут раньше вот этот клен, он был вот такой вот маленький. И тут недавно проходил, смотрю, он вырос. И думаю, ну, можно здесь походить. Ходил я уже здесь не раз, но находил всякую мелочь. Там солдатик, монетки всякие, советы. И вот решил попробовать еще разочек. Походить, посмотреть, что здесь есть. Вот как раз вот он в этом месте. Это место я не ходил. Если кому нравится такое вот, будем еще. Пишите в комментарии, ставьте лайки. У нас коронное приветствие на рыбалке. Это всем леща. Придумайте тоже в комментариях, напишите коронное приветствие вот для этой рубрики. Будет очень интересно. И самое такое прикольное я выберу и буду постоянно говорить. Можно, конечно, будет что-нибудь менять, если будет какие-нибудь там еще прикольные фразочки. У меня небольшая аллергия, как обычно, началась к концу июня. Возможно, буду часто чихать и сопливить. Но я лечусь, все, ничего страшного. У меня стоит на ювелирке. Ну, видимо, будем сегодня в конце считать, сколько пробок и хлестиков от пивных банок я сегодня накопал. Так, посмотрим, что там. Какая-нибудь банка. У нас пробка. А, нет, это не пробка. Хе, это, видимо, фольга от шоколадки. Комары здесь, конечно. Тут что-то такой сигнал какой-то. Можно попробовать. Глубоковато. Ну, интересно, отдает. Вообще, отдает на серебро. Посмотрим здесь, значит, какое серебро. Оп, и все пропало. А, нет. Сюда же катился. Так я там еще не выкопал. Комары, конечно, звери. Здесь копать жестко. Опять какая-нибудь хрень. А. Все, понятно, это опять звенела фольга. Сейчас еще выковырил моток проволоки небольшой. Вот. Так, копать я буду практически, наверное, все сигналы. Потому что Гаррет — это такая штука, ей надо учиться. Оп. Здесь еще сигнальчик. Сейчас посмотрим, что здесь тут где-то под листвой это все дело. Ну да,
Так, это лапа случайно. Ага, а оп, и сигнала и нет больше. А, нет, есть. Первая водочная пробка. Нормально. Хорошо звенит. Ходим дальше. Копнул я, значит, эту ямку, отдало потом в чернину, знаешь, больше не буду это копать. Что-то вот здесь наверху. Опять, наверное, опять пробка. Оп, или банка. Возможно, бутылка. Ага. Хе-хе. Банк. Мы сегодня по пробкам и по хлястикам банки не берем. Ну, фольгу можно иногда забирать. Какой-то первый монитос. Что это? Оп, совет. Что за совет? Знаешь, как получилось с этим советом? Копал я вот от этой ямки. Кто там шарится-то? Пугает птица какая-то, что ли? Ну, короче, где-то вот здесь вот свалился. А что, тут еще что-то есть? Вот, и в итоге он мне сам в катушку вылетел. Вот это уже интересно, вот это уже радует потихонечку. Короче, вот из этой ямки, я не знаю, почему-то у меня камера, короче, выкопал фольгу. Так, ходим дальше. Веточки всякие мешаются. Ну, конечно, где-то в самой жопе, где куча веток. Вот в этих корешках. Нет. Обманывает он меня. А, нет. Обманывает он меня. Тут ничего нет. Так, значит, здесь у нас ничего не было. Она что-то все указывает. Ну, сигнал тут был хороший, но как обычно потом нифига. Если бы что-то было, то тогда бы что-то было, бы я-то выкопал. Почему-то флешку очень плохо читает. Ну вот что выкопал. Столичная водка. Валялся под этим деревом. Вот прям вон там. Видимо, вот тут. Оп, опять монитос. Что у нас? 2 рубля. Сейчас, значит, нашел 2 рубля ходячку. Идем дальше. Хочу вот тут вот полазить чуть-чуть. Оп. Прям четкие. Либо фольга, либо пробка. Прям разрывается, пищит, что там такое? А, понятно. Это что это? Это вообще пищит?
А, ну оно и пищало. Что такое? Мороженое, что какого-то или что это? Непонятно. Так, снова сигнал. Опа. Здесь хоть копать полегче. Это, наверное, та пробка, которую выкапывал каждый. Петр Осенович Смирнов. Мне кажется, у каждого попадалась такая пробка. Ладно, а мы фигарим дальше. Опять Петр Осенович Смирнов. Так. Вот здесь уже. Где-то вот тут. А, опять вот эта хрень. Что это такое? Это опять это мороженое? Прям фольга какая-то. Нет, по-любому опять она. От мороженого. Вторая часть. Так, этот сигнал был монетный. А что за монета, не могу понять. Ой, да ладно. Это... Что это такое? Это, по ходу дела... Две... копейки какого года-то? Две копейки. Ну это цари, что ли? Я в этих, конечно, особо не разбираюсь, цари, не цари. Какой год-то посмотреть. Только с помощью телефона это разглядел. Получается, медная российская монета, 2 копейки, 1915 года. Нормально такая штука попалась. Прикольно. Ну ничего, так интересно, 2 копеечки-то. Так, надо посмотреть еще, мало ли тут ни одна. Прям отбивало хорошо. Но это навряд ли. Не тот диапазон. Конфеты, что ли. 250 грамм. Ну, наверное, это так, такая же хренатень есть, что было. Ладно, закапываю яму, иду дальше. Опять фольга. Как она меня заколебала. Ну, не без этого. Хорошо, эта пластина отбивала. Прям... звонко. Такое вообще. Мне кажется, еще каждый человек находил всякие тюбики. Не знаю, но у меня они очень хорошо озвенкивают. Тюбик. Так даже непонятно от чего. Не знаю, подшипник. Плохая находка, нет? Ну, весомый. Прикольно. Интересно, что это может быть? Пишите в комментариях. Что это за штука такая? Непонятная. Отбивала хорошо. Так, наверное, я сейчас буду уже закругляться.
походил так чуть-чуть. Вообще, на самом деле, походил на маленьком пятачке. Насобирал вот это вот всего. Там глубоко. Ну, капнул. Еще пару разочков. И все. Местные жители здесь так смотрят косо. Так, это сушняк. Как обычно, водочная пробка. Ну и напоследок выбилась пивная пробка. Ой, потерял. Она прям сигналит очень хорошо. Ну, на сегодня все. Солнце уже потихонечку садится. Вот, еще светло. Ну, еще надо до дома дойти, копать. Я уже сегодня не буду, так вышел на часочек где-то. Значит, понятное дело, куча всякого шмурдяка, пробки, фольга. И еще там все. И небольшие бонусы есть. Значит, 2 рубля. Ходячка. 2 копейки 1962 года. Я ее не заснял, потому что из-за этой флешки так не получилось. И вот медяха 2 копейки 1915 года. Вот это вот приятный бонус. Очень интересно, на самом деле. Мне давно вот такие не попадались. В основном попадается один шмурдяк. Вот. Ну, конечно, я еще вернусь на это место. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите в комментариях. Я пойду копать, но в следующий раз я возьму нормальную флешку, с которой мы снимаем. Это я новую решил ее проверить, и она вообще себя очень плохо показала. Вот. Все. Всем пока. До скорых встреч.